И всем хай-хай-хай, ребятки. С вами также Лормакс. И это также наша любимая игра. Играем. Снимаю в этот же день, блин. Когда я первый запилил. Выложил. Надеюсь, вам нравится мое творчество. Это надо оценить меня лайком. Это то, что я умудрился как-то сделать свой значок. Блин, поощрять меня. Видеть там. Интро главное шикарное. В кавычках. Ты что, ебанулся, что тут делаешь, блядь? Так, значит, так, на поебальнику. Как тут мы были, тут мы печку судрочили. Я хуй знаю, куда нам бежать. Наверное, слепоглазый. Кстати, да, это не... Это правда. Так, диск. Это такая вот хуйня. Мы взлетаем кино на въебало. Ты петух? Пойдем иди поговорим. Ебанулся, девки гнулся. Пизда мне. На въебало. Ой. Хилка надо. Хильнуться. А тебя кильнуть. Петушара. Вот немного не понимаю, что этой игры просто бегать лутать. Вот реально мы просто бегаем, лутаем все. Игра реально изичная. Если бы я оценивал, да, было бы ей 3 бутылки водки из 10. Мы же русские, ну, тут все, вот бутылок измеряется. Шучу. Нормальная игра. Так вот подростить время проебать. Если охота только. Блять, ключ не нашел. Где же такой бомжар, как я мог проебать ключ? Нужно найти блядский сундук. 4 бомжа из нас только убили. Вот даже когда я нашел ключ, мне немножко побегать, полутать. Беги, сука, беги. Тут нихера. Ладно, все. Мы вроде все залутали. Если нет, то это плохо. Да, ебалик. Очень трудные мобы. Но трудения были, если честно, только тогда, когда я с тем рыцарем сражался, только когда я не прочитал. Что-то не помогало, может быть, тогда бы мне побольше урона нанесли. Все, мы прошли. Батиковое самание. А теперь беги. Да, заебись. Спринул в свою контору. Все свои... А что? Вы даже не понимаете, даже чем тут предложение. Максимум бизейн, который... Вот видите, мой бизейн. Да, 2 часа. Без 30. 3. Дел реально... Да ебись ты конем. Хотя это могут редактировать, но не буду. После того, как я понял то, что чтобы более-менее канал был успешен, нужно как-то редактировать. Приходится этим заниматься. Но это весело. Есть чем жизнь скрасть. Почему ключ не валяется в кустах? О, заебись. Да нам ебало уже бесить меня, петушара, волосатые чмошники. Нам ебало. Ну ты дебил, конечно. Вот здесь ключ. Я обернулся, обуганул и выплю денежку вместо ключа. Мне было бы реально интересно. На ебальник. Да, жалко, потому что камушку килтать надо. Вернее, нельзя.
И быкам что устал? Ух ты, камень разрубить мечом. Ты петух? Я даже не вижу, куда бью. У меня палец такой жирный. Или паца слишком далеко. Слишком далеко кто пририсован. Не больно, так хорошо, ну ладно. У меня есть бомжатский ключ. Можно стоять тебе пиздюлей это вот, смотри. Вот тебе именно. Бомжара на. Сейчас опять, наверное, до рыцаря дойдем. Уйдем его и... Опять же, конец видео. Вот заебись. Опре. Почему нельзя елочки захерачить? Вот тут обидно, реально. Хотелось бы с елочкой убегать. Вместо меча. Блин, блядь, я даже бы елку быстро херачил. Домогу, блядь. Ты заебал ты нахуй. Вообще другое снимать. О, мы его уебали. Чуть-чуть. Это вообще с вертушкой ебнул. Осталось последний бомб. Давайте его поищем. Да ладно, я его куда-то не понял, что... Для этого золотая побежим. Да, начинаем арабить на коне. Все, приехали. Ты что, ебанутый? О, а через сколько он уже будет с бабжами пиздиться? О, на следующем левеле. Ну, на три серки. Это вторая, да? Ну да, на три серии хватит мне. Ну вот, последний как раз таки. Окей. Это... Мне кажется, ли мне исполнение в другом месте? Это проходило или нет? Ладно, похер. Я думаю, проходил, еще раз пройду. Ладно, похер, играем. Поху пляшем. Там голубей куст. Блядь, не выключил. А теперь бухай. Вам жара боссовый. У нас там 3К есть. Можно их пропухать. Или еще можно было бы это делать. Я бы этого не делал. Я знаю, чем он будет потом по игре, после этой игры. Ну, я тоже буду кое-что о нем узнать. Ну, посмотреть пару видосиков. Дальше буду шибить. Реально не будет смысла делать это видео по этой игре. Я пока не скажу, как она называется. Наебал. И мне казалось, что она мега популярная. Я даже название пока что не говорю. Я не скажу потом, когда буду записывать уже. И не факт, что я не... А, я даже сделал так, даже специально скачаю взломку. Ну, взломанную игру. Она сотку не весит, не весит. Это хорошо. Я поскачаю взломку от игры и буду сначала еще узнать в принципе про всю эту игру. Потому что я не так хорошо знаю, как хотелось бы. Ладно, какая-то интрига небольшая. Поехали. Что за вакханалия? Эти слеподыры чмо? А, у меня ключик какой-то есть. Наверное, тут. Ты дурачок? Ты дал?
Ты дал? Ты можешь объезжать тупые NPC. Ну, если тут персонаж вообще дал какой-то. Пидор, ну почему грузился мне бить, пидор? А где ключик? А, у меня ключики есть, наверное, сундучка в полдиста. ХЗ. Полетели. Ни хера нету. Бомжатская локация, честно говоря. На люлей. Ну-ка, отдай ему золото. Я говорю, 5к накопил. Что это можно подарить? А так подумай, ни на что. Ты говоришь, все. Ау. Прикол, меня убили. Обидненько, да, ребята? 3к. Два к. Четыре нога. Это петушара. Мы сегодня поедем. Конечно, печально, потому что я зафейлился. Почти прошел, ну ладно. Не получил рандом место. Или если начинал. Чтобы не могу все помнить. Потому что мы хрена со здоровьем сидеть. Это второй раз, когда меня убили. Потому что я до сообщения играл в эту игру. Не знаю, не думаю, что там будет интересно видеть, как я в тоже второй раз, так что я ставлю на паузу. Я так поиграл чуть-чуть. И понял, что нельзя за 2 метра сражаться. Ну и в общем, играю дальше. Сюжет дальше, чему продвинуть вроде как. Я просто помню, поступил и подумал. Ну забыл то, что я снимаю. Ну то, что я просто для себя уже играю. Хотя я тоже только снимал. Ладно. Ничего страшного. Ну, не видели пару секунд. Это не такая большая, честно говоря, потеря. Но опять не зафейлится, это обидно будет. Ты петух, ты чего не бьешь? Я разрешал. Нет, ну и нахуй. Петушая, да? Осталось на петуха, который он клюет, ее в жопу выбить. Извозильный, кстати, еще. Не знаю, это понравится мне. Я последний, если не петух. Я последний петушок. Еще не могу бегать искать. Рысью, сука, беги. Так тут я был. Вот купил, пил. Здесь ухудеть, сейчас вы видите. Застрял дурачок. Где пропустил врага, мне интересно. Так тут чисто. А вот ты издеваешься? Слушай, он бегал в текстуре. Вот давно. Ну бежим сюда, а чё? Возьми какой-то рыцарь долбанутый. А наши перекурили в 21 веке. Бегаем с мечом. Каньон убегаем теперь. Ну давайте, даун. И случайно, да. Я просто хочу прикупиться. Может, еще щиток. 4000. Хочу вот стекло поменяло. Я хочу все. Поехали. 4к, охренеть, да? О!
Дебил. Ну, кто бегает полтайм. Хотя, может, вообще даже отдельный выпуск. Нет, он на мушке. Ты дебил? Я говорю, ударь его. Нет, не могу, я же дурачок, а не... Нет, убегай. На. Нет. На. Убегаем от него. Тактика победы — это просто вот так вот делать. Ха-ха. Победа. Фу, мы уже победили, да? Ну, мы победили. Мы красавчики, ребят. Ям-ням просто, и все. 16 минут и на все это потратил. Ну, плюс не 2 минутки, потому что я фейлил, зафейлился один раз. Потому что мне никак не понравилось. Кудрюш, Костик, это так тебя успокаивает. Ладно, ребятки. Будем прощаться. Всем удачи и всем пока-пока. С вами был Лормакс.